Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Сегодня хочу презентовать вам новый альбом группы Волощука СД с названием «Куда мы скачем?». Это опять мозаика рассуждений на совершенно различные темы, волнующие каждого думающего человека. Но все эти темы объединены общим вопросом, который задает заглавная первая песня альбома. И этот вопрос, в свою очередь, когда-то задавал своим современникам Николай Васильевич Гоголь. Но вопрос не потерял актуальности и в наши дни, поэтому и послужил темой для написания заглавной песни. В альбом включены 12 песен. Первая, которая заглавная, песня написана к дню рождения нашего великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя. Она называется «Куда мы скачем?». Куда мы скачем на своих клячах? В ларек, в пивную или на дачу? Куда мы мчимся на мерседесах? Может, за теми, кто мчится в Бентли? Вторая песня – это классический блюз от группы Волощука СД. Называется он «Мы не стали другими». Мы не стали другими, просто мы подросли. Стали жестче поступки, и слова стали злы. Третья песня альбома – это песня рассуждения о том, что исчезнет быстрее – воздух, нефть или мы. И она навеяна разбушевавшейся пандемией коронавируса. Называется песня «Нас столько уже наплодилось». Нас столько уже наплодилось на шаре с названием «Земля». Что скоро себя же в могилы мы будем ложить штабеля. Четвертая песня написана к воистину русскому празднику, Дню космонавтики. И называется она «Мир прекрасен, что ни говори». Мир прекрасен, что ни говори. И ужасен, если постараться. Для чего мы и откуда мы? От богов или космических пульсаций? Пятая песня написана к дню российской воинской славы, дню разгрома тевтонских рыцарей дружиной князя Александра Невского. И называется она «Мы всегда всем говорили». Приключений не ищите, почитайте гороскопы. Здесь Россия, не Европа. Шестая песня альбома написана к дню русской сказки и называется «В заколдованном царстве». В заколдованном царстве за 39 земель. В нескончаемой сказке ищем волшебную дверь. Следующая песня в альбоме – это классическое регги, что однозначно является одним из направлений рок-музыки. И написана она к Всемирному дню театра. И главной идеей, послужившей написанию этой песни, явился рассказ одного из наших прославленных артистов, который поведал в одной из телепередач, что на самом первом занятии в институте руководитель курса сказал всем новоявленным студентам следующую знаменитую фразу: «Большинство из вас сопьется». Песня называется «Все забавы и услады». Все забавы и услады пережить хотелось нам. Время зря мы не теряли,
поклонялись всем грехам. В свое время мы дарили многочисленным друзьям. Восьмая песня написана к дню рождения Волощука СД, к его 58-летию. Называется она «Мне говорят все». Мне говорят все, что невозможно в 58 быть молодым. В девятой песне рассказывается, как судьба делает из людей поэтов. Называется она «Стали бы мы никем». Стали бы мы никем, да помогла судьба, все у нас отняла, раздела догола. Следующая песня – это песня об извечной мечте всех людей – жить богато и счастливо. Называется она «Хочется жить без проблем». Без проблем, только в радости, без суеты, без тревог и нужды. 11-я песня альбома призывает всех творческих людей прислушиваться в своем творчестве только к голосу своего призвания, а не к советам друзей, родных и близких, и уж тем более не к советам различных критиканов. Называется она «Если решил что-то создать». Если решил что-то создать, то будь готов, каждый твой шаг будут стебать даже друзья, скажут враги, галиматья. И 12-я песня написана мною как поздравление моих старых добрых друзей с днем их знакомства, с названием «Она была небесна». Она была небесна возле метро на Пресне, где он ее увидел и тут же потерял. Все песни альбома, как в принципе вообще все песни группы Волощука СД, написаны и исполнены в стиле новый хард-рок, который является продолжением и развитием старого доброго хард-рока, только в новом современном звучании и с переосмыслением старых извечных мыслей и истин, которые приобретают новые смыслы под влиянием изменений, происходящих в этом безумном-безумном мире. Данный альбом, как и все другие альбомы группы Волощука СД, можно приобрести на сервисах Яндекс.Музыка и Apple Music. До свидания, друзья!